Русская весна. Впервые эти слова услышали жители Донбасса в 2014 году. Майдан, свержение легитимной власти в Киеве – все это привело к протестам на юго-востоке тогдашней Украины. По всем регионам будущих ЛНР и ДНР начались мирные массовые митинги, которые были вызваны неприятием силового захвата власти, отказом нового руководства учитывать мнения и интересы жителей Донбасса. Люди требовали всего лишь соблюдения конституционных прав, говорить на родном языке, прекратить незаконность, насилие и террор. В областных городах происходили столкновения между сторонниками и противниками новой власти, в результате чего появились первые жертвы. Начался варварский снос памятников советского времени. Этот процесс вошел в историю как ленинопад. Жители Донбасса, которые отстаивали право на жизнь в правовом государстве, проявляли свою волю, автоматически становились врагами самозванной киевской власти. Появившиеся и усилившиеся на Евромайдане ультраправые движения хотели применить методы силового давления на русскоязычные регионы Юго-Востока. Начались политические преследования. Народных лидеров похищали и арестовывали сотрудники СБУ. 6 апреля стал переломным этапом в истории создания Луганской Народной Республики. 2 года назад самоотверженные жители Луганщины без оружия начали штурм здания Службы безопасности Украины. Это было народное восстание. Здание удалось освободить от сидевших там провокаторов, которые, несмотря на присягу служить народу, перешли на сторону власти Майдана. Также благодаря действиям удалось освободить всех участников мирных митингов, которых похитили сотрудники СБУ. Это была первая существенная победа – начало рождения Луганской Народной Республики. Ключевое событие вселило людям веру, сплотило в большую дружную семью. За короткое время организовался палаточный городок. Жители со всех городов и районов Луганщины активно помогали. Сносили одежду, продукты питания, лекарства, собирали деньги. Во избежание провокаций со стороны Киева дежурили круглосуточно. Народ Луганщины сплотился воедино, чтобы противостоять врагам. И ему это удалось. Несмотря на войну, жители Донбасса остаются непобежденными. С каждым днем все больше они доказывают свое волеизъявление. И благодаря только им, героям нашего времени, патриотам, мы можем жить и наслаждаться мирным небом Луганской Народной Республики.